Привет, на канале Рыбалка зимой круглый год. Меня зовут Димон. На канале в комментариях ребята спрашивали показать самый простой донный монтаж для ловли лещей. И в этом видео я покажу самый простой донный монтаж. Мне понадобится вот такая кормушка, понадобится леска. Я ее использую в видео 0.4, хотя на таком монтаже лучше использовать 0.5 или 0.6. Продергиваем. И можно делать съемный, можно основной. Еще понадобится бусинка. Это самый простой рабочий уловицы монтаж для ловли лещика. Бусинка нам нужна для того, чтобы в отверстие кормушки не выскочил вертушок или не выскочила петля вместе с узелком, если мы будем соединять петля в петлю на леске или леске. Но в таких монтажах лучше использовать вертушок для крепления в дальнейшем поводка. Знаете почему? Есть один небольшой нюанс, когда соединение идет петля в петлю и поводок обрезается, обрывается где-нибудь от чего-нибудь. И когда начинают где петля в петлю соединение разрезать ножом или ножницами, иногда бывает можно повредить петлю на основном. И потом придется вязать, как говорится, по новой. А если не заметите, привяжете поводок, рыба дернет и все оборвется. Когда используете для крепления вертушок, то с металла леску или шнур гораздо проще срезать. Вот почему в этих монтажах лучше использовать для крепления поводка именно вертушок. То есть по металлу ножом или ножницами проскоблили, срезали оборвавшийся поводочек и прикрепили новый. Вот только ради этого используется, как говорится, вертушок для крепления самого поводка. И еще второй плюсик, если мы будем использовать, к примеру, плетеный шнур, тонкий плетеный шнур, то при соединении петля к петлю, лески и шнура, шнур просто тупо перережет леску. А при соединении с карабинчиком этого не произойдет. Есть у меня на канале видеоролик, как соединив две петли шнура и лески, достаточно небольшим легким усилием дернуть, и шнур просто тупо перережет петлю на леске. В конце, если мы используем его съемный, делаем петельку, состоящую из обычной, в принципе, восьмерки. Все соединения, все узелки на лесочке обязательно, друзья, смачивайте. Напомню, это самый простой и уловистый, в принципе, монтаж, который можно ловить на речке. Да, насчет поводочков. В самом видеоролике я буду использовать коротенький поводочек только ради того, чтобы все это дело тупо, как говорится, вошло в кадр. На таких монтажах использовать поводки можно от 20 до метра фактически. На канале у меня есть, в принципе, аналогичный видеоролик, похожий. Но метр — это когда поводок делаем тогда, когда на берегу сзади вас нет никакой растительности, никаких кустов. Поводок просто соединяем с петлюшком, обычным соединением, затяжной петлю, извиняюсь, не петля в петлю. То есть продергиваем крючок, одеваем петельку поводка, поводочки я заранее связал, и, в принципе, и все. Привязывать ничего не нужно. Напомню, друзья, для чего все-таки я делаю на таких монтажах вертушки, то в том случае, что если оборвется поводок, гораздо проще с металла срезать его, не повредив петлю на основном. Только, друзья, ради этого. Вот такой простой донный монтаж. Всем удачи, друзья, и всем пока. С вами был я, Димон.